В Бресте медико-просветительские акции «Предотврати инфаркт миокарда» проводятся второй год подряд и довольно часто, раз в три месяца. Организуют их медики Брестской центральной поликлиники совместно с санитарно-эпидемиологической службой области. Задача – своевременно выявить болезни системы кровообращения и напомнить горожанам о возможных методах профилактики и факторах риска. Основными факторами, предрасполагающими к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, являются, в первую очередь, конечно же, это возраст. Чем выше риск заболеть. Курение, злоупотребление алкоголем, нерациональная диета, употребление избыточного количества жиров, легко усваиваемых углеводов. Это наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания почек. Это артериальная гипертензия. Своеобразные медицинские пункты развернулись в 7 торговых объектах города. Гипермаркетах «Евроопт» и «Интерспар», супермаркетах «Микс», «Рублевский» и «Санта», а также торговых центрах «Экватор» и «Брестский ЦУМ». Конечно, места встречи с пациентами были выбраны не случайно. Любой желающий может измерить себе артериальное давление, проверить глюкозу крови, проконсультироваться с терапевтом. То есть, пусть не так, не расширено, как в поликлинике, но все-таки будет человек, который не посещает поликлинику, будет иметь представление о своем состоянии здоровья. Подобные акции – альтернатива привычным походам к врачу, но есть одно существенное «но». Не нужно идти в поликлинику, откладывать талончик и долго ожидать свой прием в очереди. Достаточно лишь выйти в магазин за покупками, а заодно и проверить здоровье. Больше всего горожане оценили доступность и удобство. Несомненная польза рядом с домом. Пришел в магазин, затарился, купил все, что надо, и заодно померил давление. Если, конечно, нету дома приборчика или нету рядом близкого человека, который тебе может в любую минуту померить его. Спасибо, конечно, организаторам за такую возможность. Я надеюсь, что это почаще будет в больших гипермаркетах, крупных. Это людям очень удобно. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.